Третьеклассники Илья Анисимов и Дима Кузнецов уже приступили к выполнению физических упражнений. Тут очень хорошо все сделано. Мне очень нравится тут играть. Я здесь буду заниматься подтягиванием. Многофункциональные спортплощадки спроектированы с учетом безопасности детей, уверяют установщики. Вот у нас уже 6-я спортивная площадка. В этом году 2 спортивные площадки в селе здесь, Егоркино, и в сельском поселении Кубань-Марасе. Спортивная площадка как бы отвечает всем требованиям безопасности. Покрытие ПГС, песок как бы песчаный. При падении даже, при детей как бы без этого никак, никаких повреждений дети не получат. Егоркино местные называют селом спортсменов. В школе учатся более 90 детей. Все они посещают кружки по художественной гимнастике, футболу, волейболу и баскетболу. А в следующем году у егоркинцев появится футбольное поле с искусственным покрытием. И здесь продолжение, я так понимаю, будет. И уже мы по многочисленным просьбам знаем, что здесь очень сильные футболисты. И вот на следующий год планируем здесь еще и футбольную площадку вам построить. Кстати, такое поле уже есть в селе Кульбаево-Мараса. Лучший волейболист и баскетболист школы, десятиклассник Руслан Хакимов, с удовольствием гоняет мяч на новом поле. Ковер замечательный, спасибо большое строителям. Играть просто хорошо. Заниматься никогда не поздно, и пожилые, и мы сами будем приходить. В селах надеются, что новые спортивные площадки помогут детям сделать первые шаги в большой спорт или хотя бы приучат к здоровому образу жизни. Алсу Медянова, Гульнас Хасаншин, Рушат Залялов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочешь, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».